состоялось, как вы видите, выездное заседание Бишкекского городского суда. К сожалению, оно состоялось закрытое, хотя в постановлении суда о назначении вот этого дела значится, что оно открытое. То есть прямое противоречие закону об открытости судебного заседания и противоречие постановлению суда об открытом судебном заседании. То есть сами судьи вынесли себе провести открытое судебное заседание, но провели его в закрытом режиме за стенами ГКНБ. Это вот самое первое, что я хотел бы вам сказать по поводу этого судебного заседания. Второе, самое важное, что вы ждете, это решение суда. Оно состоялось, и, к сожалению, как я и говорил, незаконное решение. Мера пресечения заключения под стражу экс-президента оставлена до 26 августа неизменной. Бишкекский городской суд, вынося это решение, нарушил, так же, как и суд первой инстанции, множество законодательных актов Кыргызской Республики.